have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Дредж, DLC-шечка у нас здесь, так, погодите, в каюте, сообщение, дневник, а, погодите, а когда, что, когда я это понял, когда мы приплыли в особенно густом тумане, виднелось несколько каналов, которые вели вглубь, но на пути нам встретились опасные довольно большие глыбы, приказал швартоваться. Ага, это то, что мы нашли, все, пардон, я протупил. Нарвал, да-да-да-да-да, это просто обычно такие бутылки мы вылавливали из-под воды, а тут, ну, такое, так. Хорошо, прочтение, прочитано, мы все прочитали, мы все сделали, поехали. Короче, я подумал над тем... что вообще происходит и как нам эту вторую часть подобрать. Давайте мы это немножко поставим на паузу, потому что я хотел бы поймать, например, рыбку для того культиста, если получится. Время у нас, по-моему, здесь не особо-то ограничено, если я правильно понимаю. Давайте мы немножечко займемся рыбалкой. В симуляторе рыбалки. Здесь не должно быть... Сторгуемся. Спасибо. Пока я ловил рыбу, я бы дочитал книжку. По идее, здесь не должно быть ни одной мутированной рыбы. Мне нужны именно мутированные. Но то, что в прошлый раз мы поймали мутированную в таком обычном месте, меня немножечко сейчас настораживает. Во-первых. Во-вторых, я... Так, это другая, кстати, да? Я одну такую поймаю. И фиг с ней. Пойдем дальше. Я подумал, как бы нам достать эту вторую детальку, и я что-то говорил, что типа, давайте мы попробуем проломиться силой. Но... вот что я думаю. А что, если у нас пробьет корпус именно в том месте, где будет лежать эта деталька? Ну, было бы обидно ее потерять там, например, да? Или... Если что-то с ней случится. По-моему, сейчас просто наловим полный трюм, пойдем продадим это и забьем на это дело сейчас. Я не знаю, почему. Причем я уже два раза мутированную эту фигню ловил, но она была... Оттаявшая белокровка. Вот, смотрите, попалась мутированная. Но мне нужна другая. Сейчас. Минуточку, каюта, энциклопедия. Видите, есть фрактальная, есть оттаявшая. И звездная. Я ловил уже фрактальную. Неужели мне нужна была ёлки. Поручение, подожди. Изучить местность, найти, о чем говорил голос изо льда. Нарвал, поймать. Вот, смотрите. Мутантную. Это не те, которые я ловил. Я ж помню, что что-то с этим было не так. Ладно. Предлагаю сейчас тогда поехать сдать нафиг всю рыбу. У нас уже вечер. Возможно, давайте я попробую за кадром пару дней половить рыбку. Если мне попадется эта мутантная фигня, то я попробую сходить к культисту. Насчет, кстати, неограниченного времени. Два из трех культистов у нас, или, по-моему, три из трех культистов, сдохли с голода, пока пытался их прокормить. Так что, наверное, имеет смысл. Давайте я пока поставлю на паузу. Если я поймаю рыбу или начнем заниматься чем-то другим, то вернемся. Ладно, ребят, я провел еще один день за рыбалкой, не успел обратно, переночевал на базе, и тут я кое-что, пожалуй, заметил. Во-первых, во-вторых, смотрите, что можно сделать. Кормушку для чудовища нарвала. Насытить? Да, конечно, насытить. Рыбы-то мне все равно полно, я еще не распродал. А во-вторых, время от времени, когда плаваешь, появляется некое... сердцебиение, что ли, и мне теперь интересно, мне нужно ему как-то следовать, или что вообще здесь происходит, так.
просто кормушка, чтобы он за мной не гонялся? Кстати, интересное кино. Потому что он тут ничего не разламывает. Я одну для коллекции выловил. Слышите, вот это вот сейчас будет тук-тук. Я не знаю, что это за сердцебиение. Давайте поплаваем, пока у меня есть рыба. Тут надо все ледоколом разламывать. Может быть, я смогу еще где-то какое-то место проломить нарвалом. Нет, здоровые. Я не могу найти нужную мне мутацию для рыбы. Так, погодите, каюта. Энциклопедии. Ага. Еще была сказана такая штука, кстати, поисследуйте, и что-то там где-то там. Я себе в прошлый раз вот тут проломил, да? Вот еще один кусок, который мне нужен. У меня под него даже место есть. Хорошо, забираем. Но вот это что за фигня? Посмотрите, я здесь еще не был. Давайте причаливаем. Мне, кстати, разбить лед-то нечем, да? Да, хорошо. Причаливайте к небольшой льдине. Вы посмотрите, это же чья-то лапа. Я бы сказал челюсти, но нет, это же явно чья-то лапа. Просто трындец. Причалить к небольшой льдине, которая наросла у огромной когтистой руки. А, ну, то есть это так и пишут. Огромная когтистая рука. Вы не первый, кто находит это место. Тут и там на льду лежат обломки заброшенного лагеря. Осколок льда без пробела. На занесенном снегом оборудовании возвышается ледяной шпиль неестественной формы. Внутри него клубится тьма в форме силуэта. Приложить ухо. Из-под льда доносится горестный голос. Помогите! Столько лет во льду! Освободи меня! Пожалуйста, разбей лед. А кто ты? Я был боцман в экспедиции. Ужас, пожалуйста, разбей лед. Что случилось? Силуэт искажается, болезненно дергается. Мы увидели огни, танцевали на льду, глубоко копали, не знали. Я слышал, сердце билось подо льдом, треск, шевеление. Насчет сердца билось, то, что я вам только что говорил, черт побери. На востоке я пошел, капитан привел его сюда найти. Рука в ночи, тень от когтей, тьма сжимается. Я отвернулся на мгновение, боль, когти, моя спина так холодно, так темно, подо льдом. Пожалуйста, разбей лед. Разбить у меня пока что нечем. Объединило оборудование. Вы роетесь в куче лежащего на снегу снаряжения, почти все вещи вмерзли в лод. Но в рюкзаке находите четвертый старый дневник. Какую запись хотите прочитать? Ну, давай по очереди, 2 июня. Капитан приказал нам разбить лагерь на льдине посреди лагуны. Как увидели те огни на льду, так все. Каждый только и думал, что о сокровищах. А вообще-то нашу экспедицию отправили не сокровища искать, но раз капитану полагается львиная доля всего, что найдем. Меня не удивляет, что он готовит где-то нарушить правила. Как только разобьем лагерь, начнем копать. Какую запись следующую? Весь день копали и долбили лопатами да ледорубами, устали как собака. За весь день капитан разрешил нам только пару раз сделать небольшую передышку, когда я отдыхал в яме, приснившись спиной ко льду, я что-то услышал. Я не сказал бы, что это стук ледоруба, звук был короткий и резкий, как это низкий рокот из глубин. Во время моей первого перерыва, спасибо, быстрый перевод, он доносился иногда, но когда я отдыхал во второй раз, звук участился как сердцебиение. Так, пятое. Капитан услышал, как я рассказывал об этом рокоте другим. Не успел я опомниться, как все уже стояли у стола, уверенные, что во мне...
что мне вот-вот урежут жалование. Оказалось, что капитан, похоже, что-то знал о звуке, просил меня описать его снова и снова. Он хочет, чтобы я помог ему найти источник звука. В итоге выдавил из меня что-то вроде... что вроде бы рокот шел с востока. Завтра мы отправились на поиски. Может быть, и какую-то награду получу после того, как все закончится. Да, награда, чувак, ничего не скажешь. Так. Мне бы, наверное, пора обратно. Эти состояние гниль. Серьезно? Ну, я не знаю, купит ли он. Кстати, не так много времени прошло, учитывая, что это северный городок, гниль. Ну, не знаю, не знаю, ребят. Давайте я все же попробую вернуться. Я где-то к 7-8 вечера смогу доплыть. Мне бы вот это вот поразбивать было бы круто. Я хочу выложить вторую деталь. Что, извините? Ёлки! Можно, пожалуйста, так не делать? Пожалуйста! Да что ж ты... Охренеть, размотали мне всю лодку. Ловушки для крабов, да? Все, продать. Фух, хорошо хоть в эту фигню не выронил. Так, верфь. Не-не-не-не-не, ты что делаешь, Р? Хорошо, это мы сделали. Блин, тут продолжают продаваться детальки. Так соблазнительно. Где у нас была... Ледяные раскопки? Вот, это здесь. Нам не хватает одной детали. Мы получим ледокол. Хорошо. Ну, как бы мне просто кажется, что та деталь именно там. Это вот эти три. Почему они не читаются как... Ну, хотя ладно, я мог их там скипнуть. Давайте спим. И с утра отправимся. Знаете, есть один варик. Деньги у нас вроде есть. Давайте я попробую добыть вот ту третью часть, которая там... Я не знаю, потону я или нет. Сейчас мы об этом, кстати, и узнаем. Я надеюсь, что я смогу проплыть как-то... Если не получу урона сразу... А, еще надо вспомнить, где оно. Это ладно. Оно где-то вон... Там, да. О, тут есть мутант. Я пошел добывать что-то, да? И... Попался опять на рыбалку. Я не смог пройти мимо. Звездная. Ясно, до свидания. Это не то, что мне нужно было в этой жизни. А, я в принципе не могу проплыть. И у меня еще и удочка сразу сломалась. Ну офигенно. Все, тогда идем, чинимся, ночуем. Я думал, что льдинки хоть немножко двигаются, когда ты к ним приближаешься, чтобы через них можно было проплыть, но нет, они просто сразу ломаются. Ну, то есть, все хорошо. Давайте тогда дорыбать. Ага, спасибо, дорыбачили. Одну рыбку выловили. Офигенно. Ну, то есть, популяция возобновляется очень медленно. Давайте, может, тут... А тут, скорее всего, большие будут, да, или... Ну-ка. Нет, тут тоже маленькие, хорошо. По одной штучке возобновляется, и сейчас их еще день-два не будет, скорее всего. Ну, в принципе. Давайте я тут порыбачу недалеко от этого.
Мне все равно надо заработать денег, чтобы починиться. Так, как-то вы никак становитесь. Я еще одну не улеплю сюда, да? Ну-ка. А, все, запасы истощены. Я пытаюсь устаканить их. Ну что ж, давайте тогда останавливаемся на ночлег. А можно туда носом пришвартоваться, чтобы каждый раз задом не выбираться отсюда? Было прям хорошо. Рыбный рынок. Продаемся. Идем на верфь. Чинимся. Отдыхаемся. Черт, там явно что-то, что мне нужно. Погодите, может быть там какая-то лопата или кирка. Вот в чем прикол. Вот почему оно сияет золотым. Потому что мне же нужно для продвижения квеста какая-то лопата или кирка, которой у меня нету. Вот, и мне нужна третья часть ледокола. Но я практически уверен, что когда у меня появится... Вы это видели? Вон она. Третья часть ледокола. Мне нужно туда. Каким-то образом сейчас посмотрим. Да ёпперосоте! И я туда тоже сейчас не попаду. О! Такой я еще не ловил. Я не буду пока на них сильно зацикливаться. А! Мне вот тут надо проломить. Надо мелких налавливать, потому что мелкие хорошо стакаются. Знал бы, на самом деле накидал бы туда той гнили, которая у меня была, но я тогда то место не нашел. Оттаившая, тоже не то. Давайте попробуем, может быть, получится заполнить тем, что есть. Прикиньте, мне сейчас одной рыбки не хватит какой-нибудь. Рыбу, да. Черт. Да, мне не хватает одной маленькой рыбки. Придется, наверное, я даже не знаю, где ночевать буду. Уже 16:26, у меня же еще и просто пробоина в корпусе, с которой я не хочу сильно долго плавать, я бы съездил бы починился. Можно отходить каждый раз, когда он это делает? Каждый раз забываю про скорость, кстати. Это мы сейчас строго по бережку продвигались. Так, так. Получается, мне нужно... Давайте ночуем здесь. Фиг с ней с пробойной. Спим здесь. Мне просто слишком далеко туда мотаться. Мне там нужно открыть шорткаты. Чтобы пооткрывать шорткаты, мне нужен ледокол.
Ну, по-моему, я же говорю, как только я получу ледокол, тут начнется такой трындец. Немножко рыбы с собой потаскаю, не знаю, посмотрим. Растет это время от времени. Вот и вот эти ребята слышали тоже, которые приплыли. Так, мы открыли себе здесь. Нам сюда. Что тут за рыбешка? Обычная. Тоже лапа. Это другой лагерь? Еще один импровизированный лагерь, разбитый в тени замерзших костистой руки. Что-то здесь уже... Кто-то здесь уже что-то искал. Осколок. На занесенном снегом оборудовании возвышается ледяной шпиль, неестественной формы, внутри клубится силуэт, приложите к уху, вам взывает далекий искаженный голос. Навеки взаперти, это тюрьма, вытащи меня! Разбей, найди способ, освободи меня! Кто ты? Штурман! Безопасный путь сквозь лед, оно явилось из глубины, разбей, найди способ, освободи! Что случилось-то? Копали, лед сломался, паутина трещин, пробудили ледяное сердце. Я рассказал ему шепот запада, взял с собой боцмана на восток, вернулся один. Темный силуэт вздрагивает, его дрожь чувствуется сквозь лед. В следующий день поплыли сюда, капитан увидел когти, схватили меня за душу. Настоял, разбили лагерь, тень чудовища. Ждали, чтобы звезды в ночи, я увидел его силуэт, внезапно нахлынул холод во тьме, он бросил меня. Разбей, найди способ, освободи. Да. Разбивать нам пока что нечего и нечем, но вот детальку я заберу. Ты что ж? Есть. Забираем и валим собирать себе ледокол. Потому что без него нам тут дальше ловить нечего. Как бы иронично это не прозвучало. Поехали. Парочка рыбок как возмещение ущерба. И потом нам надо будет вот эти все вещи расфикачивать. И... А то, что есть просто ну, как бы кормушка для этого придурка вон там, которая... Ну, это, типа, на какое-то время отвлекать его. Да, наверное, неприятно, ничего поделать. Меня сейчас очень сильно, я же говорю, смущает то, что будет, когда я сделаю ледокол. Потому что, говорят, не трогай лед, а тут, типа, лед! Сюрприз. Который нам придется разбивать, блин. Ага, тут мы все изловили уже. Нет! Не бейся. Не делай этого. Такс. Угу. По одной рыбке в день восстанавливается, я вас понял. Ух. На меня могло спокойно сейчас задамажить ваш шпе без проблем. Так. Продаемся, чинимся. Ага, назад в город. Рыбный рынок. Нормально, так по деньгам вышло. И вот сюда. В депо. Чпунг. Все нужное у нас есть. Сейчас немного согреюсь и начну. Полночи, да? Угу. Ночевочка приехала, айсбрейкер, ледокол. Так, все готово, теперь носом твоего корабля можно разбивать лед. Да, попробуй, я отсюда посмотрю. А я отсюда посплю. Мне нормально. Ой, забыл сказать, если хочешь на время снять с корабля ледокол, скажи, я могу это сделать на любом из понтонов. Зачем мне это снимать? Я тут посмотрю...
Посмотрела на найденные схемы и нашла чертежи для еще одного приспособления. Смотри, это формировщик для льда. Им, в отличие от ледолома, можно отрезать куски льда. Мы его успели сделать, если найдешь сам механизм, то я смогу нарезать куски льда для охлаждения. Ты, например, можешь получить куски льда в груз, чтобы рыба удобно, дольше хранилась. Удобно, да? Да. Так выглядит механизм. Понял. Ну что ж, готово. Отчаливаем. Давайте я хоть посмотрю. Наш кораблик все больше и больше начинает выходить на паровоз. Ну что ж, первое испытание. А вот эти? Так. Тогда предлагаю поразбивать их все. Потому что, когда я буду сюда плыть в панике, я не хочу по фарватеру проходить. Я хочу проплывать по-нормальному. Сколько раз я уже об эти куски льда ломался-то. Это красота! Ну, совсем другой геймплей. Чего у нас там? Энциклопедия добавилась. А, про вот этих. Поручение. А, поручение про формировщик льда. Ну, это скорее, по-моему, не квестовое, а именно для удобства. Как мне кажется, опять же, кто же его знает. Может, и квестовое. Главное, задница нигде не попасться. Прикольно, прикольно. Я сейчас вот тут вот этот путь порасчищаю. Следующий я не буду настолько дотошно разгребать, но вот этот вот до понтона, куда я буду плавать много и часто, я бы хотел разгрести так, как надо. Вот, мы можем сейчас даже пойти и вытащить вон ту первую часть. Ты можешь ко мне не приближаться, пожалуйста? Спасибо. А, как приятно наконец-то избавляться от этих штук. Они, кстати, разбиваются не со звуком льда вообще ни разу, они разбиваются со звуком, знаете, мокрого снега, который... Оно голодное. Ледокол. Я тебя понял. Ты мне... спокойно порыбачить не дашь. Блин, две такие дыры оставил. Мне не нужна идеальная рыба. Мне нужно накормить этого психопата. Знаете чем? Я бы сейчас сходил обратно, починился бы, сохранился бы, может, я какую-то рыбку еще найду, накормить его, чтобы спокойно тут можно было... Блин, какая красота стала, смотрите. Оп-оп-оп, проманеврировал. Главное не продать рыбу сейчас, случайно. Так, вверх. Починка на 60 баксов. Давайте отдыхаем. Мне нужно его накормить, чтобы он свалил от меня. Сейчас по пути надо будет наловить эту рыбку, чтобы он от меня отвязался просто. Может, этого хватит? Ну-ка. Зачем я их обплываю? Мне кажется, или их теперь стало больше?
кстати, странно. Сделал кормушку, ну отлично. На тебе 2 тунца и 2 селедки. Готово. Жри, держись от меня. Погодите, мне вон туда. Мне вот эта штука нужна была, которую мне не дал вытащить. Пидорук. Ручка треснула, зубья покрыты замерзшей кровью. Подождите, этого утырка я накормил. Ну, теперь можно бы... пройти вот сюда. А вот и то, что мне надо. Получается, эти вещи, они не взаимосвязаны. Просто, что можно установить одну и можно установить другую. Давайте я тут тоже себе расчищу все. Можно было маневрировать, убегая от этого психа, не бояться, что я как-то корму себе смогу повредить, а я смогу. Нам бы уже пора возвращаться, кстати. Ладно, пока так. Если я буду сейчас сильно долго тут выеживаться, то это ни к чему хорошему не приведет. Так, нам вроде сюда. Вот так, вот так. Интересно, его каждый день кормить надо или нет? У-у-у, дрифт, дрифт. Хорошо. Давайте тогда ставим ледофигню вот эту. Ледокаин, ледоруб. Вот тебя сюда. Ты и правда его нашел? Как ты вообще что-то видишь там на глубине? Ну да ладно. Сейчас ставлю сюда лезвие и... так, вроде бы все на своем месте, должно заработать. Сейчас нарежем нам льда. Отлично, все получилось. Держи эти куски тебе от меня в подарок. Прочность 100%, он будет таять потихонечку. А продлевать срок хранения рыбы, как и других кусков льда. Ага, чем больше льда, тем лучше до поры до времени. Растет примерно... растает примерно за одни сутки. Ну, то есть... мне он сейчас бесполезен. Теперь нужно продавать лед на понтонах. Спасибо, напарник. Продавать? Я... в смысле? Я тебе эту штуку достал, а ты собираешься его продавать? Да, лед продается, прикинь. Да, дешево, но все равно. Так, хорошо. Давайте тогда. Знаете что, ребятки, давайте тогда на этом серию заканчивать. Потом попробуем в следующей серии поразбивать льдышки вот этих вот. Ну а пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.